все паузы выдерживает. Слушай, малыш, что, у тебя двоение есть? Есть. Тащи. Так, вот так рукой погладил. Банку, да? Да, это он как топливо. Опять же, жми. А сейчас он, а потом он, малыш, со мной не соскучишься. Что ж ты делаешь? Да это я шалю. Ну то есть балуюсь. А она же упоет. Посмотрим, только спокойно. Ну все, не доставалось. Что малыш сказал? Она все-таки упала, честное слово. Она упала. Три глыба скинулась. Разбилась. И две белки. Вон-то интересно, что скажет мама. Ну, мама. Это дело тоже детское. Да, подумай, я дам тебе 10 тысяч телевизоров. Давай пошевелимся, а? И малыш Карлсону кулак показал, что он папа сидел. Ага. Что ж, я вылетел. Сразу понял, ага, что папа. Ну я что ношу эти пижамы, коньки, носики, шлёшку. Ну что мама ответила? Нет, да. Но она всё-таки нежно была. Ну знаешь, мы не будем об этом говорить. А, нет, она сказала, по-моему, что обещаю не обещаю тебе, я избавлю тебя от его старой жены, да? Да? Пропустил? А Фрикенбок как говорила? Фрикенбок. Фрикенбок. Бок. А вот ваше хуенье может пагу приложить? На моем здоровье. Вот она пылесос. Она пылесос включила вот так.